вечер, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас в нашем клубе на очередной презентации альбома, который вошел в коллекцию, так называемый Art Beat Collection. Вот так уже называется вот такое собрание альбомов, который издает продюсерская фирма Art Beat. Сегодня я хотел бы представить очередной вот такой проект, который осуществлен при помощи выдающихся российских исполнителей и одного из лидеров в области бас-гитары, Антона Горбунова. Он лидер группы. Вам позже Дмитрий Филатов расскажет состав участников. А сам проект – это авторская музыка Антона Горбунова. И называется «Bass Magic». Первое отделение – это будет такая камерная музыка в исполнении только Антона Горбунова. А затем уже выйдут замечательные виртуозы, которых вы все знаете наверняка. Но, к сожалению, они не настолько известны у нас в стране, как того заслуживают. И вот эти все вещи мы пытаемся исправить и сделать этих людей известными всем многочисленным любителям современной инструментальной музыки. Итак, я прошу выйти на сцену Антона Горбунова. Я не Антон Горбунов, упаси Господь. Просто чем торжественнее события, тем больше ждем торжественных речей. Но на самом деле мы не любители всего этого дела, поэтому речь должна быть или хорошей, или краткой. Предпочитаю второе. Все, что стоит сказать, на самом деле секрет этого в высшей степени прост. Это то, чего не может сказать музыкант сам о себе. А именно, восполняя этот пробел, я от имени зала произношу всего две простых истины. Антон, ты чудесный музыкант, и диск у тебя вышел великолепный. Это раз. Второе. Покупайте его диск. Все. Спасибо. Вперед. Добрый вечер. Спасибо большое Дмитрию Филатову, Алексею Семеновичу Козлову. Спасибо большое творческому объединению Art Beat, благодаря которому мы сейчас все находимся в этом замечательном клубе. Можем пообщаться, послушать музыку, поесть, попить и так далее. Вот. Первое отделение будет камерным. Эти произведения я уже играл не раз на разных концертах, в разных составах. Вот. Но поскольку пластинка записана с этим материалом, то я именно буду играть эти произведения. Наверное, конечно, не все. Кто захочет послушать, с удовольствием. Там сидит девушка Юля. Вы можете приобрести у нее диски вот там, в самом конце. Thank you.
называется «Лунный календарь». Вообще, как бы, весь альбом, вся пластинка – это как бы такая, как новеллы. То есть там несколько новелл, практически штук 10. В каждой есть описание того или иного. Вот, поэтому я, наверное, не буду этого делать, потому что у каждого есть свои ассоциации. Мне кажется, что это будет замечательно и приятно человеку, когда у него будут свои какие-то комментарии и чувства, которые он будет испытывать при проигрывании этой музыки. Спасибо большое. «Лунный календарь» — это 8-й трек, по-моему. Так что вот так, на всякий случай. Сейчас я хочу пригласить на сцену замечательных музыкантов. Мы продолжим такой блок камерной музыки. Это будет Вартан Бабаян, перкуссия, пожалуйста. И Антон Залетаев.
Спасибо. Эта песня называлась «Города» и повествовала о том, что человеку хорошо, когда он садится в поезд без границ и без таможенных преград каких-то, едет очень долго с ощущением счастья внутри. Это здорово, когда человек просто путешествует налегке. Сейчас я бы хотел пригласить Сергея Клевенского. Сережа, ты... Есть ли он... Вот он. Сам Сергей Клевенский. Вот он. И сыграем с ним авторскую пьесу, которая вот на диске первым номером идет. Называется она «Горная река».
Сергей Клевенский. Висла. Спасибо большое. И вновь я хочу вызвать на сцену замечательных музыкантов Антона Залетаева и Вардана Бабаяна.
Спасибо. Это был вальс, который назывался «Старая кофейня» или «Тайна старой кофейни».
Все эти произведения, которые вы сегодня слышите или не слышите еще, есть на пластинке, которая называется «Бас Мэджик», которая продается вот там у девушки за дальним столиком, зовут Юлия, можно подходить и, собственно, приобретать и слушать с удовольствием. Очень хороший, так сказать, подарок друзьям, подругам, семьям, и замечательно слушается в машине. Спасибо. Я буду вызывать на сцену замечательное трио, так сказать, дуэт уже нас втроем. Вартан Бабаян и Антон, залетают. Thank you.
залетает в Артем ГВМ. Спасибо.
Спасибо большое. Вот, собственно, вот такой вот вас мюзик без двух произведений. Спасибо большое. Без двух произведений, к сожалению, Ришар Бана попозже подъедет. Вот, его голос там есть. Я хочу поблагодарить еще раз компанию Artbeat, замечательных людей, которые помогли, в первую очередь, дружную команду компании Artbeat, Сергей Халин, Райка Копян, Николай Богайчук, Дима Филатов, я думаю, что сегодня все здесь, а также замечательного моего товарища и друга Михаила Алексанянца, он тоже сегодня здесь, который один из первых помог просто в создании этой пластинки, а также Юрия Вдовенко. Спасибо большое. Вот, собственно, первое отделение вот такое. Дальше будет шумно и громко. Спасибо. Сейчас мы перенастроимся. Очень приятно, что зал полный, что, наверное, никто не ушел. Очень радует сердце. Сейчас я бы хотел с удовольствием представить. Сегодня будут и специальные гости. Замечательно, что пришел наш замечательный певец-вокалист Андрей Давидян. Мы сегодня споем с ним пару песен. Вот. Тем не менее, мы будем как бы продолжать инструментальную тему. Что кому не нам этим заниматься. Сегодня для вас замечательный музыкант и весь бомон, так сказать, цвет музыкальной Москвы. Это абсолютная правда. Владимир Голоухов, вибрафон, пожалуйста. Антон залетает, саксофонный флейта. Константин Горбатенко, фортепиано, клавиши. Это человек, который сзади сидит, он играет везде, вообще. Петр Ившин. И Вартан Габаян, перкуссия. Тоже везде. Значит, мы будем продолжать инструментально нашу тему. Вся музыка, в принципе, написана мной в разное время. Вот. А потом еще выйдет один замечательный музыкант, я его представлю попозже, гитарист. Нет, я его сейчас представлю. Это будет Павел Чекмаковский.
вот, ну вот так в общем. Thank you.
Я спросил это. Вот такой секстет. Владимир Калаухов, игроков. Антон залетает, саксофонник. Желающие потанцевать могут это сделать. Не споткнитесь. Thank you.
Виктор Ившин. Барабаны. Thank you.
Thank you.
Борисенко. Thank you.
Микоян, Константин Горбатенко, Владимир Головков, Антон Залетай, Антон Горбунов. Вот такой вот у нас сегодня концерт. Я бы хотел пригласить еще одного замечательного гостя, замечательного певца. Песню споем. Кажется, песня не прощается с тобой, да? Сейчас я хочу пригласить Андрея Давидяна, замечательного солиста группы Soundcake. Мы споем одну, может быть, две зажигательных веселых песни. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Это совершенно неожиданная ситуация. Поверьте мне, я не готовился. И господа музыканты вот эти фантастические тоже не готовились. Они никогда не готовятся. Они готовы всегда, потому что такая жизнь сейчас. Какая-то песня такая развлекательная и ни к чему не обязывающая. У вас был замечательный вечер сегодня. Я хочу вас поздравить от себя, вот этого фантастического музыканта, потому что меня с ним связывают тоже многие годы, скажем так. Я поклонник его сегодняшнего дня еще больше, потому что удивительная вещь. То, что я слышал, и вообще все эти замечательные люди, это должны узнать. Там, где сейчас транслируется вся эта история. Окей? В интернете, там, я не знаю, где вы. А песня простая, про хорошее настроение.
Ну что, друзья мои, на этом наш авторский творческий вечер подошел к концу. Спасибо за внимание. Еще раз хочу представиться музыкантов, все те, кто сегодня был. Это Петр Ившин, барабаны. Вартан Дабаян на перкуссии. Антон Зайкин, саксофон и флейта. Владимир Головухов, вибрафон. Константин Горбатенко, клавишный. Специальный гость на сегодня. Замечательный солист Павел Чехлаковский на гитаре. Меня зовут Антон Горбунов. Сегодня у нас будет презентация. Вот такая оригинальная. Кто еще не приобрел диск, пожалуйста.